Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. И играем мы сегодня составим от подписчиков в испытании Супер Шреддер. В этом испытании 6 эпизодов. Давайте-ка начнем. И первым написал и оставил в свой состав подписчик с ником Паша Бро. Попросил он взять всех черепашек видений из Сплинтера. Ну что ж, вперед, друзья, в атаку. В этом испытании эпизоде всего две волны. И первый нас встречает Шреддер из мультика. Сразу же Прокачивает скорость левого видения. Отлично. Появляется броня, плюс скорость, плюс дополнительные бафы, положительные эффекты налаживает Микеланджело видение. Прокачивает точность. Араф огненным смерчем выжигает жизнь, Шредера мультяшно и полностью его побеждает. Ну что ж, это было круто, это было здорово. Кроме того, медитирует на шесте и укрепляет наш отряд. Ага, вот э, ошибки не ту клавишу нажал. Вот э, бил по болевым точкам. Э, учитель Сплинтер нанес довольно-таки серьезные повреждения супер-шредеру. Ну, я думаю, пусть завершает бой до неведения, просто забрасывая его каменной глыбой. Да, вот здорово. Отлично, отличнейшая победа, отличнейший бой. И мы с вами идем дальше ко второму эпизоду и берем следующую команду от подписчика. Итак, вперед второй эпизод. Следующая команда от подписчика Джейхок Sprint. Попросил он опять же все, весь состав черепашек видений, плюс Микки из мультика. Ну что ж, здорово, отличнейшая команда. На сей раз здесь уже три волны. И в первой опять же нас встречает Шреддер мультяшный. Микки из мультика прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. А Лео атакует массовой атакой стрелами. Ох, ничего себе, как здорово. Без проблем выбивает Шредера мульхиашного. Вот, но уже с Супер Шредером нам придется поиграть. Вот, и давайте-ка сразу же вот вызовем массовую атаку. Вот кучу белок, Микеланджело пусть затаптывает пока Супер Шредера. Ну, затоптать не затоптали, а половину жизни забрали. Плюс еще массовая атака от Рафа. Поджаривает Супер Шреддера и отправляет на перерождение. Переходим к третьей волне, в которой нас уже ожидает опять же, Супер Шреддер, но уже более крутой. Ну что ж, давайте-ка я усилю атаку нашего отряда благодаря до неведения и его особой способности прокачки атаки. Вот, укрепим наш отряд перекусив пиццей вместе с Микеланджело из мультика. И попытаемся добить Супер Шреддера. Да, вот воспользовался взрывной тыквой Лео Взрыв броня Супер Шреддера уничтожена. Микки наносит очень мощные удары серпами, но Супер Шреддер выживает. А Раф пытается его поджарить и уже поставить точку в этом бою. Ничего себе! выживает. Выживает Супер Шреддер, но от молота до неведения мало кто уцелел, но Супер Шреддеру это удалось. Он даже, смотрите, огрызается, контратакует. Вот. Надеюсь, что бомба Микки из мультика все же сработает. Взрыв, удар и Супер Шреддер отправлен на перерождение. Вот хорошая битва, хорошая победа и наша награда. Вот три звездочки это ДНК Шредера мультяшного. Вот супер. Ну что ж, третий эпизод. И я беру следующую команду от нашей подписчицы Люда Люда. Попросила она, чтобы я взял сплинтера, супер шредера, усаги, армагода, эйбрил кунаичи. К сожалению, кроме сплинтера и эйбрил кунаичи, в этом испытании больше никто не присутствует. Хотя эти два героя очень здорово себя показали, поэтому я надеюсь, они вдвоем справятся. Хотя посмотрим, сумеет ли э, Сплинтер с Эприл Куничи вот э, справиться в этих тро троих волнах. Ну давайте-ка посмотрим, хотя мне кажется, будет очень им тяжело. Сразу же метает костяные куна и супер шредер. Достается нашему сплинтеру. Тот мстит, наносит очень неплохой урон. Плюс давайте-ка я еще усилю наш отряд. Благодаря медитации сплинтера. И вот теперь Эйприл наносит удар телекинезом. Вот есть супер шреддер отправлен на перерождение. Вот и мы переходим ко второй волне. Отлично. Встречает опять же супер шреддер. Наносит особый удар шипами из-под земли. Ох, досталось нашим героям. Сплинтер мстит. Вот наносит удар тайной катаной так что есть? Ух, какую часть здоровья удалось ему уничтожить. И точку ставит, наверное, в этом э, бою Эйприл Кунавич. Нет, выживает, выживает Супер Шреддер. Ничего себе, смотрите, что он делает. Он, активируя свое сердце, прокачивает дополнительное исцеление. Но все же я надеюсь, что удар по болевым точкам его добьет. Да. Супер Шреддер сметен, и мы переходим к третьей волне, где наш ожидает уже зомби Шреддер. Ох, чувствую, будет непро... непростой бой у наших героев. Вот, но надеюсь, у нас все получится. Так, вот он, вот этот монстр зомби Шреддер. Ох, как чувствую, будет непросто сейчас победить нашему отряду. Вот Эприл со сплинтером, но будем надеяться на лучшее. Вот он, вредина. Вот такой вот жуткий зомби Шредер. И Эйприл сразу же применяет массовую атаку. Взлетает и цепными молниями вот поджаривает зомби Шредера. Тот выживает. Вот, уходит, даже контратакует, метит бедную Эйприл Кунейча с клетами. Вот, пытается справиться с ним, сплинтер не получается. Эйприл добавляет. Вот и жизнь зомби Шредера висит на волоске, но он все же, смотрите, что делает. Он призывает души и контратакует. Бедняге Сплинтеру досталось, но Сплинтер вот отомстил, добил и завершил этот бой. Асклеты, вот за, за, забирая с собой подземелье зомби шредера и мы празднуем победу. Вот замечательно, друзья. К сожалению, больше команд от подписчиков именно для этого испытания не было, не подходили они, поэтому дальше я буду брать уже для оставшихся три эпизода в свои Давайте-ка возьмем тех черепашек, которых не участвовали. Итак, у нас есть черепашки из мультика, ролевики и космические черепашки. Вот давайте-ка я возьму сейчас ролевиков, а мультяшных оставим на самый конец. Итак, где же Раф, где же Агалео? Вот. Ну вот. Что ж, ролевики, черепашки против... С -су супер шредера и зомби шредера вот начинаем эпический бой надеюсь наши герои справятся и сразу же вот превращаем в рафа виндюшку чтобы у него появилась особая способность месть и будем стараться победить вот, супер шредер ничего себе он вредно прокачал себе броню надеюсь микки разобьет ее вот так отлично и а, а, вот э, Донни. Донни пусть прокачает пока дополнительную защиту, плюс броню, что здорово радует. Отлично. Лео метает щит Бумеранг, забирая половую бину жизни Супер Шреддера. Вот двадцаткой наносит удар Рав. И что же? И да, Супер Шреддер уничтожен в первой волне, и мы переходим ко второй. Итак, друзья, чувствую, очень непростые будут бои. Пока в принципе, очень неплохо идем. И да, массовая атака от Донни Ролевого. Забрасывает огненными сферами, шарами вот, э, Супер Шреддера. Здоровье того уменьшается, но все же держится. Хорошо, что появился постепенный урон. Плюс дополнительная атака Рафа Ви Ролевого забирает часть жизни. И плюс массовая атака э, вот Микеланджело Ролевого. Ох, как здорово держит удары Супер Шреддер даже пытается контратаковать и наносит повреждения нашему отряду. Тем не менее, вот благодаря огненной атаке Лео Ролевого нам удалось справиться и победить Супер Шредера. Ну а вот сейчас эпический сбой с Зомби Шредером. Правда, я уже потратил все массовые атаки, поэтому будем сражаться с тем, что есть. Итак, призывает, призывает демон зомби Шредера. Вот так жутко здорово он выглядит. Вот и я надеюсь, что нам удастся вот справиться вот с этим монстром. Ох, как жутко выглядит. Вот идет в атаку, кричит, вот возмущается. Ну а наши черепашки-ролевики пытаются его победить. Итак, очень хороший удар топором Рафа Ролевого. Вот, а зомби Шредер тем временем призывает души, поглощает и атакует. Вот досталось Лео Ролевого, пытается что-то сделать. Микки, и да, здорово, что у нас все же есть Донни. Донни Ролевой призывает огромную пису и исцеляет наш отряд. Вот давайте-ка, друзья, я еще воспользуюсь кольцом удачи Микки Ролевого. Вот правда, оно только снимает негативные эффекты, но надеялся, что на дополнительные бафы не получилось. Лео Ролевой тем временем вот, оскорбляет, привлекает внимание, а наш герой понемножку пытается запинать зомби Шредера. Вот пытался что-то сделать Раф, ох, метает в нашего Лео с клетами зомби Шредер, а мы постепенно будем его пинать с надеждой, что все же удастся запинать. Вот дополнительная атака. И да, вот возможно это уже будет финальный удар, что и делает Рав, да, Рав добивает зомби Шредера, и мы празднуем победу в этом эпизоде. Что ж, здорово, друзья, отлично. Итак, давайте-ка соберем награду. Вот сыграли на три звездочки, и наша награда это ДНК Супер Шредера. Жаль, что нету зомби Шредера, надеюсь, что в ближайшее время сделают разработчики дополнительный вот дополнительные обновления, в которых появится этот забавный герой, плюс демон. Замечательно, друзья. Итак, черепашек из мультика я оставлю для последнего эпизода, а сейчас давайте-ка возьмем космос черепашек. Вот, и отправимся с вами в эпическую битву. Вот, очень сложные враги, но пока вот неплохо мы держимся. Давайте-ка посмотрим. Итак, встречает Супер Шреддер. Вот было бы неплохо сразу же прокачать э, нам э, дополнительную защиту. Но смотрите, что делает Супер Шреддер. Он прокачивает себе постепенные исцеления. Ну а мы пока пытаемся его пинать. Итак, идет в атаку Микеланджело космический. Наносит очень мощные удары лазерными Танфу. Половину жизни удалось снять. Но я не буду рисковать. Ай-яй-яй, друзья. Вместо дополнительной защиты я призвал Фугетоида, который из орбиты вот, вот, э, сравнял с землей Супершедера. Вот, разбомбил при помощи ковровой бомбардировки. Ничего страшного, надеюсь, что сейчас удастся нам справиться и со вторым супершедером. Раф стреляет из бластера, наносит очень серьезный урон, но супершедер выживает. Вот, я думаю, друзья, возможно, стоит прокачать атаку, что и делает Донни космический. Вот, сканирует вражеского супершредера при помощи сканера, усиливая нашу атаку. Ну и супершредер не остается. Вот, метает костяные кунаи. Вот, ну, я надеюсь, что маффин из космоса, который метнет вот Микеланджело космически здорово подгрызет здоровье супершредера. Итак, подгрызаем. И да, удалось навесить цепи, что здорово радует. Плюс удар из груди до некосмического. Должен здорово прожарить Супер Шреддера. Ну, выживает вредина. Вот, на минимуме здоровья. Но вот я все же не буду рисковать. Давайте-ка прокачай дополнительную защиту. Благодаря образу Капитана Рьяна. Итак, появилась целая куча положительных эффектов. И надеюсь, что удар Крогнарда. Вот, Рафа Космического завершит битву Супер Шреддером. Ничего себе, выжил. Как он мог выжить против, после такого удара, я не знаю, но видите, тем не менее выжил. Вот э, надеюсь, что вот уже массовая атака Микки вот его доконает, бросает коробку с чипсами Брэдфорд, Криса Брэдфорда, стреляет, снимает броню. Вот, э, ну я в шоке, как он держится, я не знаю, но надеюсь, что уже Метерор, э, который Дони, призвал Дони, его расплющит. Вот да, удалось. Удалось все же запинать Супер Шредера, а вот впереди еще очередная битва зомби Шредера. Где же, где же этот монстр? Вот он! Вот он. опять же демон призывает зомби Шредера. Вот и сейчас чувствую, будет очень непросто. Но самый сильный, конечно же, будет в самом конце вот битва с мультяшными черепашками. Вот, ну а я надеюсь, что наши космочерепашки черепашки с этим тоже неплохо справятся. Ох, какой жуткий! Какой жуткий, какой страшный. Но я верю, у нас все получится. Итак, Лео Космический в начале боя зомби-шедера пытается его э, вот поразить при помощи бластера не получилось вот продолжает э, наносить удары лазерными клинками но зомби шредер держится и даже пытается контракт атаковать досталось рафу э, вот нет это был микки микки мстит Донни пытается нанести еще дополнительный урон но э, и да 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 вот есть способность нашего рафа, космического, он при помощи детеныша космические черепашки Чомпи поджаривает зомби Шредера. Большую часть удалось забрать, и теперь осталось только вот допинать несколькими ударами зомби Шредера, и мы победим. Но тот не сдается, собирает души и контратакует. Ох, ничего себе! Смотрите, сколько здоровья нашего отряда ушло. Вот очень опасный момент. Надеюсь, Микки лазерными танфу его допинает. Вот очень хороший удар, но зомби Шреддер выживает. Донни пытается что-то сделать. И опять же зомби Шреддер выдерживает удар. И швыряет склет. Ох, ничего себе. Жизнь Рафа в красной зоне. Вот Лео пытается добить. И да, Лео добивает зомби Шреддера. Вот, а склеты затаскивает этого монстра под землю. И мы побеждаем. Вот, битва была очень непростой, но у нас все получилось. Ну что ж, здорово, друзья. Итак, финальная битва. Но вначале давайте-ка соберем нашу награду. Итак, 4 ДНК Супер Шреддера. Просто великолепно. Вот финальный бой. Вот, берем черепашек из мультика. Я вот думаю... Стоит ли брать э, сплинтера учителя? Нет, давайте-ка попробуем справиться без учителя. И смотрите, здесь уже зомби шредер будет 90 уровня. Очень крут, очень силен. Вот не представляю, как наши черепашки победят, но все же я на это надеюсь. Вот он, вот он, этот супер шредер. Метает костяны кунаи. Наносит повреждения. Но, по-моему, прошли мимо удары. И да, вот особая способность Микки из мультика. Он прокачивает уклонение и благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Кроме того, Лео, Лео из мультика наносит удар, один из сильнейших в этой игре, с разворота катаны, забирая большую часть жизни. А Раф из мультика прокачивает дополнительную атаку благодаря своей ярости. Вот, отлично. Плюс мы еще прокачиваем дополнительную защиту благодаря электронным устройствам Дони из Мультика. Ну и Супер Шреддер вот исцеляется и прокачивает дополнительную защиту. Что ж, надо пытаться его победить, и Микки из мультика идет в атаку, наносит урон благодаря своей вот гранате дымовой плюс вот в атаку идет стальным от торнадо лево мультяшный и добивает супер шредера вот здорово справились справились наши черепашки из мультика ну по крайней мере с первым супер шредером но нас ожидает еще второй и зомби шредер и сразу же посылаю в атаку рафа Ударом с разворота обьет Саи и наносит довольно-таки серьезный урон Супер Шреддер плюс появился постепенный урон. Отлично. До не метает гранату. Вот забирает большую часть жизни. Плюс постепенный урон подгрызает. Вот просто здорово. Но и Супер Шреддер мстит, наносит вот урон шипами с поземли. Я просто в шоке. Итак, нужно произвести исцеление, что и делает Микки Мультик. Поедает пиццу с кетчупом, восстанавливает отряд. Вот медитацию, Лео, пока мы прибережем. Вот попытаемся допинать супершредера. И да, получилось. Получилось, и мы идем в финальную атаку против зомби-шредера. Итак, как же наши мультяшные черепашки справятся? Сейчас мы это посмотрим. И вот он, вот он, этот бой. Этот жуткий демон, который призывает самого мощного вот зомби шредер в этой игре 90 уровня которого я чувствую победить будет очень непросто ну что ж друзья вперед в атаку давайте-ка я добавлю еще звука чтобы это было интересно но выглядит жутко и да в начале поя пусть и раф из мультика оскорбляет и привлекает внимание к себе вот так отлично Дони пытается забросать супер шредера с юрикенами. И это неплохо у него получается. Микки бьют нучаками. Вот нанося дополнительный урон. И атака от Лео. Отлично. Ну вот третью же часть жизни мы уже точно забрали. Но и смотрите, что делает э, зомби Шредер. Он мстит Рафу. Бросает в него в разные предметы. Ну по-моему это были склеты. Вот призывает души и наносит массовый урон. Ох, как мало жизни осталось от Рафа. Раф пытается мстить. Вот Микки наносит очередной удар. Ох, 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 как мало жизни у Рафа. Я прас, за нашего Рафа вот переживаю. Надеюсь, что сейчас подойдет очередь к Лео, и он восстановит. Да. Итак, Лео медитирует и восстанавливает жизнь отряда. Вовремя, вовремя он это проделал. Ох, ничего себе, что делает зомби-шредер? Смотрите, он метает Микки. И вот жизнь Микки в красной зоне буквально на волоске держится. Но он успевает прокачать уклонение. Вот теперь удары Супер Шредера будут проходить мимо. А Лео пытается добить зомби-шредера. Удар с разворота. Очень много жизни забрал, но Зомби-шредер держится. Рав пытается добить. Донни наносит удар своим Бо. Ой-ой-ой-ой. Итак, сейчас Микки может погибнуть. Да, Микки погибает. Как обидно. Как обидно. Итак, мы понесли потери. Тем не менее, вот добиваем зомби Шредера и побеждаем. Что ж, друзья, великолепная победа. Отличнейший бой. Лео добивает зомби Шредера. Жаль, что только Микки не выдержал испытания в этой битве. Что ж, здорово, друзья, наша награда 4 ДНК Супер Шреддера. Сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!